Девчата, вы не поверите. Казалось бы, все хорошо, но мне чего-то не хватает. Душой хочется очень сильно экспериментов каких-то. И в любом случае, сейчас я обратила внимание, что по такой прекрасной и безумной жаре у меня как-то то ли стали завиваться волоски на бровях, то ли они стали быстрее расти. И, в общем, они вроде бы приведены в порядок, да, но у меня, во-первых, кисточка, вот эта вот щеточка, она потерялась, которая была, но она поломалась в свое время. И я, просто пальцами приглаживаю как-то. В общем, я решила сделать их более такие однородные, что ли, чтобы не было, как это объяснить, разреженных волосков. Ну, что-то такое. В общем, решила поэкспериментировать. И вот на акции взяла сегодня карандаш. Он такой, он темно-коричневый, но других, в общем, я не нашла дешевых. Я посмотрела, что, во-первых, я успела за это время выгореть, хотя я только утром на солнце, пока иду на работу, и вечером. Вот. Но я фактически еще чуть-чуть и буду блондинкой. Вот. А брови у меня темные. Ну, в общем, вот такой вот. Такой вот цвет. Давайте попробуем, а то что-то какая-то у меня большая история. А поговорить, как мне вас так поставить, чтобы телефон не свалился. Так, вроде бы видно, да? В общем, не знаю, я в какой-то степени отдельно щеточек для бровей я почему-то не увидела. Я уже долго смотрю, ну, я не знаю, вот сколько лет это длится, я все это время смотрю. Отдельно щеточек я не видела. Может быть, они в каких-то магазинах есть. В общем, у меня LN Professional, вот такая вот новая какая-то, Made in Britain. И какой цвет? Сори. В общем, останавливайте, смотрите. Я надеюсь, вам будет видно. Вот, потому что сейчас попробуем все это дело снять. Ой, оно оторвалось. Easy Liner. Вот так вот это выглядит. И я сейчас хочу попробовать быстренько. То у меня там стоит ужин. На ночь глядя. Такой вот. Ну, вроде бы должно подойти. Я надеюсь на это. Даже по-другому немножко сделаю. Все-таки хочется как-то, чтобы вам было и видно, и я видела себя, и вообще, что я делаю. Кстати, вот потому, как у меня кудрявятся волосы, видно на свету, что я тут хочу нарисовать. Просто фактически, если бы я еще хотя бы что-то видела, вообще, пацаны, мне не было. Наверное, сейчас получится брежневские брови. Этого, конечно, не хотелось бы. Я пробовала как-то, у меня коричневые такие, ну, бежевых оттенков есть тени. Вот, я пробовала как-то их наносить. Ну, просто, чтобы ничего не покупать. А буду тренироваться, в общем. И если что, то я подумала, знаете что? Я могу взять и в любой момент коричневый карандаш. Я точно знаю, что в виде подводки мне подойдет. Наверное, оттенок темноват, учитывая, что я немножко выгорела, но они более выраженные, что ли. Не знаю. В общем, получилось. Как вам тут показать-то? Может быть, на вот так вот, на белом. Или разницы нет никакой. Или наоборот, я стала более такая восточная девушка. Не знаю. Пока не знаю, как и что, но как-то. Или надо привыкнуть, или что-то такое. Вообще я искала вот какой-то вот такой вот цвет. А еще я вам покажу быстренько, какая у меня
Прическа. Сейчас попробую. Вот, в общем, душа просит экспериментов. Экспериментируем. Посмотрим, как будет это на свету. Попробую что-нибудь сделать завтра. И мы с вами увидимся совсем скоро. Буквально в следующем видео. А так расскажите, как вам? Я, ну, все равно остаюсь естественным человеком. А вот, но немножко с более ярко выраженными бровями. Что думаете? Все, спасибо всем за просмотр и до новых встреч. Пока.